Давай еще один анекдот. Дедушка, у тебя есть зубы? Нет, сынок. Держи шоколадку. Я сбегаю в туалет. Давай только сразу определимся. Ты сейчас сам захотел сбегать в туалет? Или это в анекдоте кто-то побежал в туалет? Это в анекдоте. Так, объясни мне, почему кто-то захотел побежать в туалет после информации о том, что у дедушки нет зубов? Ну, потому что захотелось писи. То есть дедушка сидит без зуба с шоколадкой, ну, ждет, да, пока мальчик пописает? Ну, да. То есть секунды 4 он там сидит? Ну, да.